Полсотни кировских дворов отремонтируют, зарплаты бюджетникам поднимут и, может быть, запустят внутренние авиарейсы по области. Сегодня власти озвучили планы на 2018 год. Подробнее об этих и других новостях далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Комфортную городскую среду в 2018 году создадут в 46 дворах. Городские власти составили список территорий, на которых пройдет ремонт. Также в администрации окончательно определились и с ремонтом дорог. В этот перечень попали 82 участка улиц. Ознакомиться с адресами можно на сайте мэрии. В следующем году зарплаты бюджетников возрастут. На это в регионе ждут больше 800 миллионов рублей с федерального бюджета. Большую часть потратят на реализацию майских указов президента, например, увеличение зарплат медикам и педагогам. В школу по месту жительства. Прием заявлений для поступления в первый класс начнется 1 февраля. В первую очередь право на поступление в конкретное учебное заведение получат проживающие в непосредственной близости от него. В администрации напомнили, что за фиктивную прописку детей, чтобы попасть в нужную школу, грозит уголовная ответственность. В таком случае родителей могут даже лишить свободы на срок до 3 лет. В регионе хотят возродить внутреннюю авиацию. Это постоянные авиарейсы в отдаленные районы области. В первую очередь Вятские Поляны. Такая мера, по мнению губернатора, поможет увеличить инвестиционную и туристическую привлекательность города. Стоит отметить, что пассажирских авиаперевозок внутри Кировской области нет уже почти 30 лет.